Улица Магистральная – одна из самых оживленных дорог Кировского района Самары. Она соединяет промзону и часть жилого квартала с Ракитовским и Зубчининовским шоссе. В этом дорожно-строительном сезоне важный городской маршрут обновят. Его отремонтируют на средства национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Если говорить в целом о цифрах, можно говорить о следующем. В принципе, в этом году запланирована работа на участке от Ракитовского шоссе до Зубчининовского шоссе. Общая площадь работ составит порядка 45 тысяч метров квадратных. Минувшей ночью дорожные службы продолжили фрезерование магистральной. За такую позднюю смену снимается порядка 6 тысяч квадратных метров старого асфальтобетонного покрытия. Средняя глубина фрезерования порядка 5 сантиметров. Данной машиной выполняется срезка и профилирование проезжей части. Данная машина сдает поперечно-продольный уклон и выравнивает в продольном направлении. Также вырезаются все ямы, все погрешности, которые были на старом покрытии. Специалисты работают преимущественно в ночное время суток, чтобы не мешать движению транспорта на оживленных участках дорог. Особое внимание уделяют и корректировке графика работ по погодным условиям. После фрезерования специалистам необходимо будет поднять смотровые колодцы на проектную отметку. Затем последует укладка горячей смеси ЩМА-16. Согласно скорректированным планам на средства национального проекта «Безопасные и качественные дороги», планируется отремонтировать 33 участка улично-дорожной сети города. Максим Магомедов, Михаил Ермоленко, Василий Колдашов, Григорий Плешаков. События.